когда мы по поводу и без повода раздражаемся скандалами, плачами, упреками, пилежом или еще чем-нибудь. Мы даем волю эмоциям. Мы их выплеснули, нам хорошо. Мы их сбросили, избавились, нам полегчало, и мы готовы любить всех дальше. Но что происходит в этот момент с мужчиной? Мужчина не умеет утилизировать эмоции. Мужчина пугается наших эмоций и автоматически сбегает от нас. Он идет туда, где тихо, уютно, спокойно. Да, когда мы постоянно жалуемся и ноем, да. Вон Таня добавляется, говорит точно, мой бесится при виде слез. Да, 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 да. Они не знают, что делать с нашими слезами. А нам что, мы поплакали, уровень жидкости в организме снизили, нам полегчало. Как снимать напряжение? Напряжение нужно не создавать, а если оно создалось, то нужно его правильно снимать. Можно и с подружками. Есть на самом деле масса способов для того, чтобы это все сделать.